Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English, 5 класс, автора Афанасьева. Unit 6, часть 6, step 3, шаг 3, exercise 2, упражнение 2. Transform the sentences, use that. Переделайте предложение, используя союз «что». И здесь у нас прямая и непрямая речь. Example. The teacher says it's good for you to have a hobby. Учитель сказала, это хорошо, что у вас есть хобби. The teacher says that. Мы видим, да? Учитель сказала, что it is good for us to have a hobby. Это хорошо для нас иметь хобби. Посмотрите внимательно, видите, меняется you на us. Это значит, подразумевались вы. То есть, где будет у нас обращение в непрямую речь, мы будем менять местоимение. Но мы сейчас с вами все-все разберем. One. Mother tells me fresh fruit is good for children. Мама говорит мне, свежие фрукты полезны для детей. Здесь у нас ничего не будет меняться. Только вставляем that. My mother tells me that fresh fruit is good for children. Мама говорит мне, что свежие фрукты хорошо для детей. Two. My friends tells me I'd like to see Lake Baikal, the deepest lake in the world. Мой друг говорит мне, я бы хотел увидеть озеро Байкал, самое глубокое озеро в мире. И здесь уже, смотрите, будет меняться. Видите, I'd like будет меняться или на she would like, или на he would like. То есть в зависимости, кто у вас друг, она или он. My friend tells me that she would like to see Lake Baikal, the deepest lake in the world. Почему меняем? Потому что мы делаем из прямой речи непрямую. Если бы вы не поменяли, то получилось, что вы говорите про себя. А так мы про друга. 3. The teacher says the territory of our country is very large. Учитель сказал, что территория нашей страны очень большая. The teacher says, ничего не будет меняться, оставляем только that. The territory of our country is very large. Учитель говорит, что территория нашей страны очень большая. 4. People say plants don't grow very tall in cold climate. Люди говорят, что растения вырастают не очень высокие в холодном климате. Здесь у нас также не будет ничего меняться. People say that plants don't grow very tall in cold climate. Pupils in my class tell me we are going to have visitors from abroad in our school. Ученики в моем классе говорят мне, в нашей школе будут гости из-за границы. Здесь также ничего не меняется, потому что это мы, да, ученики из моего класса. Pupils in my class tell me that we are going to have visitors from abroad in our school. Ученики в моем классе говорят мне, что в нашей школе будут гости из-за границы. 6. The history teacher says, once Great Britain was a very powerful country. Учитель истории говорит, когда-то Великобритания была очень могущественной страной. Здесь также ничего не меняется, потому что да, нет обращения. The history teacher says that once Great Britain was a very powerful country. Учитель истории говорит, что когда-то Великобритания была очень могущественной страной. 7. People say it takes more than one day to do a large city like St. Petersburg. Люди говорят, что чтобы обойти какой-то большой город, такой как Санкт-Петербург, требуется больше одного дня. Здесь у нас тоже ничего не меняется, кроме союза that. People say that it takes more than one day to do a large city like St. Petersburg. На этом все.
Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, то оставляйте в комментариях к этому видео.